Привет моим девочкам, гостям моего канала. Я снимаю влог опять домашний, наверное, скорее всего, я не знаю, в общем, решила снять. Сейчас я иду за Демиком в садик. Мы наконец-то пошли в детский сад, и нас сегодня оставили первый день на сон. Я очень переживаю, сейчас 4 часа, и его уже надо забирать. Ну как, мне не звонили, сказали, что наберут, но я боюсь, поэтому я приехала. Кстати, сегодня была первый день на работе, поэтому, то есть у меня был более такой свободный график, потому что я пришла, ну, мне передали дела, поэтому я ушла пораньше. И ушла пораньше, чтобы забрать Дему и Нику из школы. Вот, очень переживаю. У меня какой-то сегодня такой прям очень-очень насыщенный день. У нас уже зима, у нас выпал снег, причем по колено. Я уже в теплой шапке. Вот, в шубе, потому что холодно. Кстати, шубу хочу вам показать в своих зимних покупках. Это моя, наверное, зарплата. И ни одного месяца в ЛР. Но я горда, потому что, ну, все-таки купить самой себе шубу, это очень приятно. И мужу приятно. Он такой говорит, ну, молодец, то есть похвалил меня. Тоже здорово. Сама выбирала, но с ним, говорю, посоветуй мне. Но выбрала все равно сама. Он только подтвердил, говорит, да, хорошо. Так, похвасталась. Так, ладно, сейчас бегу за Демиком. Сегодня у меня еще мероприятие. Я еду, меня пригласили на открытие фотостудии «Счастье». Одна есть уже рядышком, то есть она давно, она есть рядышком с нашим домом, и вторая на Петровке. И вот какая на Петровке, я вам покажу сегодня, поэтому оставайтесь со мной, я думаю, что влог должен быть интересным. Маленьких вкусных детей нету, я знаю, что они там. Здесь точно никого нету, вы точно ошиблись адресом. Это знаете, что они делают? Дема, ты от кого прячешься? Букака. Букака — это букашка. Покажи, какой паук. Большой. Скажи, покажи, большой, какой. Покажи большой. Дема, скажи, большой паук. Паук. Вот такой большой, да? Да, а что он с Демой может сделать? Иду-ду. А что он, может там Дему? Нет. Он только что рассказывал, как он может ам-ам. Да, он так вот, и вот так вот показывал. Ам-ам. Ам-ам-ам-ам. Говорил. Вот как включается камера, он ничего не хочет показывать, не хочет говорить. Все, прячься. Они тут такой бардак навели вообще, просто все разбросано. Ну, видите, деревья летают. Я сегодня должна была поехать в фотостудию «Счастье» называется, но я не успела, потому что мне надо было накормить детвору, и плюс еще такая погода, пробки, я понимала, что пока я туда приеду, будет уже поздно, поэтому поехала в Ашан, а перед Ашаном зашли с мужем поужинать и пошли в кино, поэтому понедельник такой был, как выходной. Я думаю, что в студию «Счастье» я еще заеду, у меня, правда, будет не открытие, но мне очень хочется посмотреть, что там. Судя по картинкам, там очень красиво. Продолжаю свой влог, я его никак не закончу, потому что я, кстати, начала работать, и из-за этого у меня чуть-чуть сбился график вообще съемки видео. Вы у меня в Инстаграм спрашиваете, где я работаю, кем я работаю. Работаю я в компании, которая продает металл и стройматериалы. Я менеджер по рекламе. Вот. Когда-то была начальником отдела, стала менеджером. Вот, и Ника. Нику на вокал везу. К чему я все это? Просто получается, что единично мне спрашивают, и чтобы не отвечать уже всем, я решила тут видео гамузом сказать. Возвращаюсь сейчас в выходные дни, я возвращаюсь к влогам, наконец-то я его закончу, я вам расскажу про фильм. Очень интересный фильм, такой классный, ну, не буду забегать наперед. Вот, что хотела вам сказать по поводу Инстаграм. Инстастори. Есть такая вот, я не знаю, многие девчонки, которые смотрят меня на YouTube, они также есть и в Инстаграм, поэтому, в принципе, я вижу, что мы пересекаемся, то есть они в курсе событий, потому что очень часто, когда, например, я после работы, у меня нет сил снимать видео, скажу честно, даже влоги, и я делаю такие коротенькие видео, такие маленькие-маленькие, я, кстати, наверное, вставлю, покажу вам вообще, как это выглядит. Я даже забыла поздороваться, всем привет!
У меня сегодня был тоже очень насыщенный день. Я надеюсь, что так не будет всегда, потому что это капец. Я отвыкла работать. Всех накормила, спать положила Демку. Сейчас еще надо помыть посуду и поскладывать игрушки. Обычно это делает сам Дема, но он капризничал и хотел спать. Блин, я устала, честно. Потому что не боюсь за волосы, но когда зима, феном суши, не суши, все равно у меня начинает болеть голова, то есть у меня ощущение, что у меня голова замерзла, поэтому я не рискую. Умница! Если есть желание, конечно же, обязательно подписывайтесь на меня в Инстаграм, и там можно быть в курсе событий, потому что, ну, как-то проще. Ты включил, сразу сказал, ответил на вопрос или что-либо, и все, через 24 часа Инстастори убирает, ну, как бы, это видео, и, ну, многие в основном, как бы, уже в курсе событий. Поэтому мне иногда проще снимать в Инстаграм. Сейчас Нику на вокал, и сама еду навстречу. У меня, помимо моей теперь основной работы, есть еще одна работа, которая, боже, вся в работе, аж смешно, честно. У меня муж говорит: «Ань, я начинаю тобой гордиться в плане, ну, то, что ты у меня уже не просишь деньги». Я еду на встречу по ЛРу. Что ты меня трогаешь? Шутка мягкая. Вот, я еду по ЛРу, потому что я его не забрасываю, я не часто о нем говорю в своих видео, чтобы вы не подумали, что это реклама. Я им занимаюсь. Я также зарабатываю там деньги, плюс я пользуюсь косметикой ЛРовской. И сейчас у меня закончилась пудра рассыпчатая, я начала искать, я заказала себе еще, но, кстати, сегодня должны привезти с одного сайта. Надо видео снять на эту тему, потому что мне кажется, что будет интересно, мне что-то в последнее время тянет косметики. Есть определенные продукты, которые мне прям очень-очень нравятся в ЛРе, и я все время их покупаю. И вот пудра, я хоть и заказала новую, но ЛРовскую все равно заказала, потому что она проверенная. Вот, она очень долго держит, она матовая, она бесцветная, она, ну, в общем, короче, очень классная, поэтому не буду вам нахваливать, кто хочет, можете попробовать, ну, вот я себе тоже ее уже заказала, в понедельник в офисе заберу. Вам косметику покажу, я не знаю, в этом влоге, может быть, отдельное видео сниму, я не знаю, как влоги у меня будут, сценария у меня никогда нету, все снимается просто вот как, ну, просто вот, как дни идут, так и снимается. Импровизация, как говорится. И что там дальше будет? Про кино я вам расскажу. Я думаю, косметику покажу. И что-то еще все равно расскажу. Поэтому оставайтесь со мной. Надеюсь, будет интересно.